Девочки, мы находимся в бутике, где парфюмы венецианские, все для дома, только для дома. Вот я себе покупаю аромат Мелограна, это гранат и немножко красное вино. Вот Маечка видела у меня на видео и говорит, заведи меня, я хочу для дома попробовать. И ей понравился больше всего тоже этот аромат. А для комнаты, я себе покупала для спальни какой-то, есть здесь специальный. Не помню, какой я брала. Какой-то желтый для спальни, чтобы хорошо спать. Знаешь, просто дает. Маленькую я брала бутылочку себе для спальни. Я уже не помню, какую. Знаешь, желтенькая была. Сейчас спрошу. Posso chiedere? Forse è stato altra commessa quando io compravo parfume per camera per dormire. Ok. Per dormire bene. Non ricordo che profumo ho comprato. Ricordo che è giallo. Ma ti ricordo, no? Per l'ambiente. Sì. Per dormire, giallo, potrebbe essere oud. Lei mi ha detto che questo è speciale. Per... Secondo me è oud, glielo faccio sentire. Ma è di qua? No, pardon, vado io. Sì. Pardon. Questa è veneziana marca. Questo è molto rilassante. Sì, sì. Perfetto per dormire. Questo esiste. No, altro. Diverso. Ed è sul giallo? Io preoccupata il comodo di spazio. È più sul dolce? Guai, che buono, sì. Buonissimo. Buonissimo. Va bene, adesso c'è Rituals. Ok. Adesso c'è marca Rituals per camera per dormire. Dammi, dove questo? Questo è Oud. Oud? A cosa c'è dentro? Oud è proprio oud, si chiama oud la spezia principale. Lo conosco. È una corteccia di albero, di albero che deve invecchiare tantissimo. Ambra, patchouli. Вот patchouli мне нравится, да, patchouli. Ну, andiamo, ragazzi. Idio. Сегодня вы купили все, хорошо. Va bene, grazie. Per oggi basta. Anche qua veneziano tutto qua. Туда. Чао-чао. Так, мы проходим мимо Виктории Храмия. И, конечно же, девочки смотрели мои видео и тоже проявили желание зайти посмотреть на новую коллекцию этого маленького бутика. Цены видно? Видно вам цены? Да, я смотрю, что новые, по 299. Сейчас мы зайдем вовнутрь, эти 255. Вы меня спрашиваете цены, боже, какая миленькая, 300 евро. Ну, зайдем. Мои девчонки уже внутри, захожу и я. Как производитель, родилась она как производитель для... важных брендов: Армани, Банделини, Вивьен Вист, Гуччи, Шербино, Джимми Чу, Майкл Корс, Бугласс. С прошлого года мы для Витона работаем, то есть все апартаменты мужские мы делаем в нашей фабрике. Хрумия – это именно линия, которая родилась в стиле, стиля. Поэтому вы не переплачиваете за имя, вы покупаете те же вещи, делают те же мастера, которые выпускают для всех брендов. Понятно. То есть вы видите, какой у нас дизайн, он изысканный, он очень... И качество, это итальянское качество. А самое главное – качество. Качество, почему? Да, даже если там надписи никакой нет, и фирмы нет, не, это не важно. Я молчу, потому что разговаривает Виктория. Я хотела, чтобы вы послушали историю. Поэтому поезд делайте меньше, больше, она легкая, она тем более со дном, она держит форму. Потому что сейчас молчу, молчу. И добавлять ничего не хочу. Зеленочка. Да, да, дорогая, я вижу столько нового, я просто занемела. Во-первых, когда ты говоришь, я молчу, потому что мне нечего сказать и добавить. Ты профессионал своего дела. А вот именно, главное любить свою работу. Боже, какой красивый этот
рюкзачок. Можете мне еще такую же в другом цвете найти? Я тоже, если мне что-то нравится, я ношу, пока она уже все. А пока не долго, а потом тяжело, потому что потом, может быть, мы слышали рейнджеры козы. Конечно, я была в этом. Я оттуда вот буквально 40 километров. Городок называется такой исторический Сесавун. Там, кстати, тоже очень много туристов. Море, 25 лет. Море, приятно. Классно эти саквояжики. Бабушку сразу свои вспоминаю. Она так любила. У нее такие классные все сумочки были. Кстати, а где бабушкины сумочки? Ну, наверное, уже... Ой. Боже, какая красивая коллекция. Шикарная коллекция в этом году. Подбор цветов такой нежный. Просто сказочный. Вы обратили внимание, цвет тифани и роза. Вот лидирует во всех марках, кстати. И одежда, и аксессуары. Смотрите. Боже, я просто не удержалась. Смотрите. О, девочки, обратите внимание, зайдите, у меня мурашки по телу. Посмотрите внутри. Посмотрите внутри. И как все это продумано. Как оно все сделано. То есть вы закрываете свои вещи, главные, именно на дипике. Здесь у вас карманчик для телефона, то есть для мелочей, чтобы вы каждый раз не ловили. Вы даже можете взять маленький замочек повесить, то есть, чтобы закрыть, чтобы он был более... Ее можно и впереди носить, она такая красивая. Почему? Внутри, конечно. Нет, но я имела в виду, что именно так как мы знаем, что рюкзаки открывают, поэтому, говорится, есть возможность из-за того, что двойная змеечка, сюда можно даже такой небольшой замочек повесил, и никто вам его не просто-напросто, потому что все равно, как говорится, эти вещи очень важно, чтобы они были и секури, то есть гарантия была, что у тебя вещи не достанут. Он очень легкий, он на ножках. Уже ты его берешь в руки и просто чувствуешь себя девочкой такой. И просто-напросто, даже он приятный, он имеет форму, но он мягкий. Он приятный, он шелковистый. Да, вот попробуйте ручкой. Сама, вот именно попробуйте. Это дизайн. Да, как обои шелковые пробуете, да, ведете по стене? Да. Они были в Даниэле со мной сегодня. Скажи мне еще цену, пожалуйста. Мы были на Сан-Джорджи, в Даниэле. 239. Меня просто цена просили... остается та же. У нас не меняются цены. Так как я вам сказала, мы производители... И скидки не делают, тут нету смысла делать особо скидки. Вы очень знаете редко. Почему? Потому что просто-напросто, во-первых, мы уважаем наших клиентов. Вам понравилось, вы пришли в сезон и купили, как говорится. Да. Вы не должны ждать скидочного... момента. Потом то, что попадает в скидки, очень мало доходит. Выходят линии только лишь те, которые, может быть, не было большого спроса. На те и то мы доходим максимально, у нас скидка идет 20-30%. То есть это о чем говорит? Вы купили, да, вот заплатили за него 239 евро. Вы знаете, что через 3 месяца он не будет стоить 120 дешевле. Евро. Это, то есть это как делают политика, дорогие марки, понимаешь? Это политика очень серьезная компания, я его потому хочу. Что на сколько лет уже... Я его хочу. Всем спасибо за просмотр. Да, Ремия едет домой. И не одна. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Чао-чао, пупусики.